Всем привет, ребята, и вы на канале Простокар. Сегодня у нас будет влог. Вам интересно, как я провожу свои обычные дни? Тогда погнали смотреть. Доброе утро, ребята. Я уже проснулась, еще не умывалась. Прям только что проснулась. И пойдем вместе умываться. Ребята, я уже вышла. На улице не тепло, но и не холодно. Нормальная погода, в принципе. Так, ребят, я уже пришла в школу, и у нас сейчас физра. А я болела. Ребят, я уже пришла в школу, сейчас буду делать уроки. На улице просто великолепная погода. Но когда я доделаю уроки, вечером мы поедем. А куда-то мы поедем, вы узнаете, если досмотрите этот видеоролик до конца. Итак, ребята, я уже сделала уроки, ну сейчас я вам расскажу, куда же мы поедем. Моя мама уже приехала, прямо сейчас мы поедем в деревню к моей сестре. Ребят, мы скоро будем выезжать, нам ехать где-то 15 минут, но для вас это будет всего лишь секунда, ребят. Но сейчас уже утро, и для меня это было не 15 минут, а целая ночь, ребят, уже утро, где-то 12 часов. И мы с моим единорёжкой хотим сказать вам пока, потому что наш влог подходит к концу. Всем пока, спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца, всех целую, всех люблю.